военными интернационалистами, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан, которая проходила с 11 октября по 15 октября. Цель автопробега – посетить все обелиски районы центров области, отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Мы будущее Казахстана. С уважением относимся к традициям наших дедов и отцов и приложим все усилия, чтобы продолжить их дело. Мы помним их славные дела и гордимся этим.